В Орле открыли скейт-парк. Это первая спортплощадка для скейтеров. В регионе аналогов ее нет. Специальная территория для любителей активных видов спорта оборудована на центральном стадионе. Общая площадь около 500 квадратных метров. Покрытие сделано из шлифованного бетона. Благодаря специальной системе водоотведения поверхность будет высыхать в течение часа после дождя. Объект весьма долгожданен, потому что более 17 лет о нем говорили, его просили. Мы это сделали. Любители адреналина довольны. Это отличная альтернатива площади Ленина парапетам и тротуарам, заявили скейтеры. Можно делать тут бани-хоп, мену-хоп, вип, ванетти. Для нашего уровня, когда мы катались в центре города, это вообще превосходно, я считаю. Ну, бетонное покрытие, ну, сказка, реально сказка. Нам очень нравится, благодарны. Вот, то, что нужно, чтобы прогрессировать и кататься. Дальнейшие планы по развитию спортивной инфраструктуры озвучил губернатор Андрей Клычков. На следующий год мы перейдем, вот тот самый недострой, который стоит за моей спиной, которому уже больше 20 лет, деревья выросли из него. Мы оценили возможность, нашли средства, и на следующий год будем его восстанавливать для того, чтобы стадион Ленина получил новую жизнь и вдохнул полной грудью, чтобы приходили сюда дети. Ну и, конечно, и Парк Победы. Все это вместе должно стать большой комплекс для всех спортсменов и просто для жителей города и наших гостей.